Здравствуйте. Вы смотрите программу «Геофактор». Нужна ли бизнесу женская квота? Об этом спорят в Германии и Европе. Также в выпуске. Прощайтесь, сверхдоходы. Швейцарским топ-менеджерам урезали бонусы. Кто кого? Берлинская стена пошатнулась под натиском строительного бизнеса. Футбольные страсти. Кто должен платить за безопасность болельщиков? 8 марта в Германии не выходной день. Более того, многие женщины даже не знают, что есть такой праздник. Однако так совпало, что именно сейчас в Германии с новой силой разгорелась дискуссия о так называемой «женской квоте». Все началось 3 года назад. Тогда тоже, кстати, в марте немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom пообещал, что к 2015 году отдаст 30% руководящих должностей женщинам. Далеко не все компании поддержали идею введения женской квоты. Политики долго спорили, чью сторону им занять. И вот накануне 8 марта правительство ФРГ дало понять, что не будет заставлять бизнес внедрять женскую квоту. Тем не менее, дискуссия эта продолжается и в самой Германии, и в Европе. С подробностями Екатерина Иванова. В составе правлений 30 ведущих немецких компаний из списка DAX доля женщин всего 4%. У такого положения дел есть как объективные, так и субъективные причины. Например, женщины в Германии часто предпочитают работать на полставки. Они берут отпуск по уходу за детьми. И неработающих женщин в Германии гораздо больше, чем неработающих мужчин. Но только этим разницу в зарплате все равно не объяснишь. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем женщины ФРГ зарабатывают на 22% меньше, чем их коллеги-мужчины. Для сравнения, в соседней Бельгии разница в зарплате составляет лишь около 9%. Такого разрыва в окладах мужчин и женщин, как в Германии, нет ни в одной другой стране Евросоюза. В ЕС считают, что это несправедливо, особенно по отношению к женщинам-руководителям. Для того, чтобы представительниц прекрасного пола на руководящих постах стало больше, ЕС планирует ввести специальные квоты. Инициатором этой идеи стала комиссар ЕС по вопросам юстиции Вивиан Рединг. Она надеется, что благодаря новым правилам доля женщин в наблюдательных советах европейских концернов, чьи акции котируются на бирже, увеличится до 40% уже к 2020 году. И это вовсе не бремя для предприятий. Скорее наоборот, мы помогаем им привлечь талантливых сотрудников. Это же ненормально, что 85% топ-менеджеров в странах ЕС – мужчины. Идея Брюсселя вызвала в Германии неоднозначную реакцию как политиков, так и общественности. Женщин нужно поддерживать, им и так приходится заниматься семьей, домашними делами, бывает просто не до карьеры. Женщины сами всего должны добиваться, а не рассчитывать на какие-то женские квоты. Да в бизнесе и так достаточно женщин. Им нужно просто быть более пробивными, а многие этого не делают. Я за то, чтобы у женщин было столько же возможностей, сколько и у мужчин. Вплоть до 70-х годов в Западной Германии считалось, что женщины должны заниматься прежде всего семьей и домом. Им даже требовалось разрешение супруга при устройстве на работу. Сейчас ситуация изменилась, считают в немецком женском совете. Экономический кризис нам только на руку. По крайней мере, в Германии возникла нехватка квалифицированных специалистов, и все сразу вспомнили о женщинах. Ведь оказалось, что у женщин есть хорошее образование. Именно хорошее образование, а не женские квоты, чаще всего помогают подняться по карьерной лестнице, считает Наталья Федосенко, руководитель отдела по связям с общественностью мэрии Дюссельдорфа. Я не сторонник квот, но я, конечно, за то, чтобы как можно больше женщин были в руководящих позициях. Именно женщины очень часто имеют совершенно иной подход к многим вещам, от которого в конечном итоге выигрывают и предприятия. Наталья родилась в Таджикистане, училась в университетах России и Германии, работала в Европарламенте. Первую руководящую должность она заняла, когда ей было 29 лет. Тогда Наталья возглавила секретариат министра по делам семьи в земельном правительстве Северного Рейна-Вестфалии. Сделать карьеру не помешали ни иностранное происхождение, ни отсутствие женских квот. Сегодня под началом Натальи Федосенко 24 человека. Большинство сотрудников – мужчины. Секрет ее успеха в особом стиле руководства. При всем профессиональном подходе к своей работе, при всех профессиональных качествах, оставаться
то же время и женщина. Я думаю, что женщины, которые пытаются в рабочей атмосфере имитировать мужчин, в конечном итоге проигрывают. Идею введения квот для женщин-руководителей Наталья считает тоже заведомо проигрышной. Схожего мнения придерживается и правительство ФРГ. Официальный Берлин выступает против введения квот как в Германии, так и в Евросоюзе. 7 марта Европейский Центробанк оставил ставку рефинансирования на прежнем рекордно низком уровне. Экономисты ЕЦБ пришли к выводу, что рецессия в еврозоне в 2013 году будет глубже, чем ожидалось. В кризисе многие винят банкиров, которые получали гигантские бонусы, несмотря на проблемы своих финансовых институтов. О снижении сверхдоходов в Европе спорили давно. Швейцарцы предпочли действовать. По итогам референдума в Альпийской республике бонусы будут урезаны не только банкирам, но и всем топ-менеджерам вообще. Подробнее об этом и о реакции Германии в нашем следующем сюжете. Менеджеры со сверхвысокими зарплатами в Германии не редкость. Глава Volkswagen Мартин Винтеркорн тому яркий пример. В прошлом году его доход составил 14,5 миллионов евро. Стараются не отставать от крупных концернов и банки, которые даже в кризис выплачивали миллионные премии своим менеджерам. Швейцарский референдум привлек внимание не только бизнесменов, но и политиков. Не стало исключением и Германия. Для нас это сигнал, который должны услышать во всей Европе. Он свидетельствует о том, что все больше людей выступают за социальную Европу и не намерены больше мириться с несправедливостью. За общее европейское решение вопроса с бонусами топ-менеджерам высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам ее официального представителя, эту задачу не следует решать только на национальном уровне. Первый шаг к ограничению бонусов Евросоюз уже сделал. В конце февраля, после долгих дискуссий, несмотря на противостояние Великобритании, ЕС решил ограничить размер бонусов для менеджеров банков. С 2014 года размер премиальных не должен будет превышать фиксированного оклада банкиров. Самое важное – стабилизировать европейские банки, чтобы кризис не был для них угрозой. Таким образом, мы дали полноценный ответ на вопросы, с которыми мы столкнулись во время финансового и экономического кризиса. Евросоюз урезал бонусы банкирам, а швейцарцы – топ-менеджерам компаний, представленных на бирже. В Альпийской республике этому решению предшествовал скандал с фармацевтическим концерном «Новартис». Жители страны посчитали вопиющей несправедливостью выплату отступных в размере почти 60 миллионов евро увольняющемуся главе компании. Последующий отказ топ-менеджера от многомиллионного бонуса не повлиял на референдум. Народную инициативу против рвачества поддержали две трети швейцарских избирателей. Они высказались за полную отмену чрезмерно высоких зарплат, подъемных и отступных для топ-менеджеров. Отныне границы их доходов по основному месту работы будут определять акционеры. Вполне вероятно, что на основании этой инициативы у Швейцарии появятся самые строгие законы в мире. Для акционеров это может стать преимуществом, но может привести и к негативным последствиям, например, раздуванию бюрократии. Крупный бизнес, не жалея миллионов, пытался помешать народной инициативе, но теперь ему придется смириться с итогами референдума. За нарушение новых правил в Швейцарии планируют ввести штрафные санкции. Правда, пока не ясно, каков будет их размер и дойдет ли до этого на практике. В любом случае, швейцарский народ свое решение вынес, а немецкие политики опыт Альпийской республики взяли на заметку. В 1989 году пала Берлинская стена, на протяжении почти трех десятилетий разделявшая город. И хотя многие жители сами с радостью участвовали в ее сносе, сохранившиеся участки стали визитной карточкой немецкой столицы. И вот спустя более 20 лет стена стала преградой на пути бизнеса. Без потасовок с полицией не обошлось. Несколько сот демонстрантов решили остановить снос сохранившегося участка Берлинской стены. И это им удалось, по крайней мере, временно. Споры из-за строительства на берегу реки Шпрее ведутся не первый год. На этот раз одному из инвесторов почти удалось одержать верх. Из-за элитной высотки часть Берлинской стены, около 23 метров, чуть не перенесли в другое место. Из-за протестов городские власти приостановили строительные работы, по крайней мере, до 18 марта.
Это же памятник, это все равно, что снести фрагменты мемориала жертвам Холокоста, ну или часть Бранденбургских ворот, для того, чтобы на этом месте построить потом жилой дом. В Берлине достаточно других мест под застройку, пусть там и строят, но здесь земля дороже, вот за нее и бьются. Сохранившийся участок Берлинской стены длиной 1300 метров не только исторический, но и культурный памятник. У него даже есть собственное название – East Side Gallery. Это художественное отражение исторического процесса объединения Германии. В самой большой в мире галерее под открытым небом представлены работы 120 художников. Власти Берлина заявляют, что не хотят разрушать East Side Gallery. С другой стороны, чиновники понимают озабоченность инвесторов, которые настаивают на доступе к принадлежащим им участкам. Городская администрация не теряет надежды на возможность компромиссного решения. Футбол без насилия. Об этом мечтает каждый клуб. Однако эмоции болельщиков, переживающих за свою любимую команду, порой выходят из-под контроля. Есть и откровенные хулиганы, для которых поход на стадион – это повод подраться. Чтобы гарантировать безопасность во время матча, приходится привлекать дополнительные полицейские отряды. Футбол для немцев – это больше, чем просто любимый вид спорта. Любовь любовью, но кто должен платить за содержание полиции? Воскресенье, 11 утра, до игры между клубами Гамбурга и Бремена еще больше 4 часов. Напряжение нарастает. Одна из центральных задач полиции – обеспечение безопасности на вокзалах. Но сначала оперативное совещание. Неясная обстановка, драка, 20 человек, остановка Хольстенштрассе. Это кадры с камеры наблюдения на станции. Первыми нападают фанаты гамбургского клуба. Болельщики из Бремена отвечают. Молодые люди прячут свои лица. Некоторые фанаты вооружены дубинками. Съемочная группа, работавшая на перроне центрального вокзала Гамбурга, угодила в дымовую завесу. Фанаты едва не разбили видеокамеру. Стражи порядка повсюду. На тот случай, если начнутся беспорядки и полетят стеклянные бутылки. Каждые выходные полиция вынуждена выводить на дежурство тысячи своих сотрудников для обеспечения безопасности на стадионах и вокруг них. Но всему есть предел, считает глава немецкой полиции. Необходимо, чтобы муниципальные власти добивались обязательной явки главарей фанатских группировок в ближайший полицейский участок перед началом матча. Согласно ежегодному докладу, число пострадавших во время околофутбольных беспорядков, начиная с 2000 года, выросло в 4 раза. В 3 раза чаще совершаются преступления, склонных к насилию фанатов 16,5 тысяч, и большинство из них болеют за клубы высшего дивизиона немецкого футбола. Больше всего проблем у полиции обычно возникает именно на вокзалах, где встречаются враждующие болельщики. Впрочем, и эту проблему можно разрешить. Тот, кто платит колоссальные суммы членам клуба, игрокам и менеджерам, вполне может найти средства для того, чтобы заказать у транспортных компаний дополнительные поезда для своих болельщиков. За один сезон из-за беспорядков, которые устраивают болельщики, железнодорожный концерн Deutsche Bahn, например, теряет миллионы евро. У клуба «Айнтрахт», в конце концов, не настолько большое полномочие, чтобы еще предписывать нашим болельщикам, на чем они должны передвигаться. Из этого ничего не выйдет. Таким образом, полиция остается наедине с этой проблемой. А ведь у стражи порядка достаточно других, более важных задач. Это и охрана границ, и в первую очередь борьба с криминалом. Однако каждый десятый полицейский вынужден дежурить на футболе. А это уже болельщики франкфуртского клуба «Айнтрахт». Один из них, Доминик Цигера, защищает фанатов. Виноваты, говорит он, вовсе не они. Я критикую полицейских за то, что они ведут себя вызывающе, что они плохо используют свои возможности. Если бы все было иначе, то и число инцидентов уменьшилось бы. Однако случаев насилия все больше, и как следствие полицию для обеспечения порядка приходится использовать все чаще. Обходится это в круглую сумму более 100 миллионов евро в год. И деньги эти идут из кармана налогоплательщиков. Профсоюз немецкой полиции считает, что Бундеслига, собирающая миллиардные доходы от продажи прав на трансляцию матчей, а также от рекламы, должна выделять на эти цели как минимум 50 миллионов евро. Такие требования звучат давно, но министр внутренних дел, похоже, относится к ним скептически. Скорее всего, он просто не хочет связываться с клубами Бундеслиги. Тем более, что они вообще отказываются оплачивать полицейские операции. Если вы считаете себя настоящим болельщиком, постарайтесь выражать свои эмоции без ущерба для окружающих. Ведь это спорт.
За развитием событий следите на нашем сайте по адресу dv.de/russian. А я прощаюсь с вами. Всего доброго!